разделяем его на две части. И аккуратно вот так ножом начинаем счищать листву и цветочки с макушек веток. Не подается ручками. Вот у нас получается такой вот маленький веничек. Убираем в сторону. Дальше. Как голенькие хвостики. Солому лишнюю выбираем, тоже выкидываем. Вот таким образом можно переработать достаточно большой объем полыни.